Всем добрый день. Меня зовут Роман. Я занимаюсь покупкой японских автомобилей с аукционов под заказ. Также я привожу автомобили из Южной Кореи. Нахожусь территориально в городе Владимире, работаю по всей России. Кому интересно, пишите, звоните, обращайтесь, буду рад вам помочь. Все мои контакты будут находиться в описании к данному видеоролику. Тема сегодняшнего видео – это внесение депозита на счет японской компании с целью участия в торгах, в аукционах и покупки вашего японского автомобиля. Соответственно, если мы покупаем автомобиль стоимостью до 500 тысяч йен, то нам необходимо внести 100 тысяч йен на депозит. Если мы покупаем автомобиль от 500 до 1 000 000 йен, то нам необходимо внести 200 тысяч йен. Если мы покупаем автомобиль от 1 000 000 до 1,5 миллиона йен, то нам необходимо внести 300 тысяч йен. Если мы покупаем автомобиль стоимостью от 1,5 до 2 000 000 йен, то нам необходимо внести 400 тысяч йен. Если мы покупаем автомобиль стоимостью от 2 до 3 000 000 йен, то нам необходимо внести 500 тысяч йен на счет японской компании. Счет на оплату депозита я вам отправляю либо на электронную почту, либо на мессенджер. С данным счетом вы идете непосредственно напрямую в банк и оплачиваете его по курсу на день оплаты. Деньги идут, как правило, 2-3 дня. После того, как деньги будут зачислены, мы начинаем делать ставки, торговать, участвовать на аукционах и покупать японский автомобиль. Какие платежи помимо депозита есть еще для оплаты в Японию, или это Южная Корея, а также платежи по России? Второй платеж – это инвойс. Инвойс – это счет на полную оплату автомобиля в Японии, услуг по Японии, доставки автомобиля с аукциона до порта Японии, а также здесь оплачивается доставка автомобиля из Японии до Владивостока. Следующий платеж, третий, это таможенные платежи, таможенная пошлина, это платеж по России. Четвертый, это услуги таможенного брокера, также это платеж по России, платится в рублях. И пятое, это услуги транспортных компаний, транспортные компании, будь то это автовоз, либо ЖД, который также оплачивается вами непосредственно напрямую, лично. Соответственно, вот 5 платежей, которые необходимо сделать с целью покупки автомобиля либо в Японии, либо в Южной Корее. Кому интересна и нужна помощь, обращайтесь, буду рад вам помочь. Если я в этом видео не ответил на тот или иной вопрос, пишите мне на WhatsApp, там я постараюсь детально, подробно вам ответить и помочь, подсказать в вашем вопросе. Отзывы о моей работе от клиентов, ссылки я прикреплю к данному видео, вы можете пройти, посмотреть, сделать какие-то выводы, убедиться в моей работе и принять то или иное решение. Всего доброго, всех благодарю за внимание, до новых встреч, до свидания.